шевелишь? Я ж безобидный. Вы подрезали из квартиры мобильник и ноутбук. Не говорите, что вы этого не делали. Вы бы и телек резанули, да он старый слишком. Слушай, мужик, я же сказал, не понял. Ты что, тупой? Ты меня еще раз не поймешь, если сломаешь что-нибудь. Все, все, мужики, мы же тоже офицеры. Руки от меня убери. Мне плевать, кто вы. Вещь сюда. Все, все. Зачем менты обордили, а? Не надо, Валя, хватит. Подожди. У вас своя территория, где брать? Она сама, понял? Ну что ты? Ну? Давай, режь. Давай. Стремно, сучок. Вещи сюда! Все, несу, несу, несу! О! Мобилу! Ну не было мобилы, не было! Ну правда, не было. Если была, то мы не брали. А чего вы на меня так смотрите? Но есть случаи, когда насилие обосновано. И этот именно такой. Насилие – это не развесные карамельки, ровно не отсыпешь. Бывает и перегибает. Вниз мордой! Мордой вниз! Лежать! Лежать! Да! Наплавался? Знал Василия Авдеева? Да! 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 Знал! Да! Я его хотел в службу охраны взять! Я знал, что он бывший мент. Я думал, это будет хорошо! Что вы с ним делали? Почему у него крыша поехала? Галлюциногены! Таблетки в водке. Он бухал, я его подсадил. Зачем это было нужно? Чтобы он делал все, что нам потребуется. Был как зомби. Людей убивал? Да, да, да! А теперь самый главный вопрос. Кто его убил? Ты, я знаю, был здесь. Кто из ваших мог это сделать? У вас были еще такие, как он? Кто его убил? Дьявол! Дьявол! Дьявол, значит? Да, да, дьявол, сатана. Он всем его натовстит, понял? Всем, слышал? Подожди, дружок. До этого еще дожить надо. Дьявол-то далеко, а я близко. Я гораздо хуже. Хорош, ну схватит. Ну, я знаешь, где такое видел? Тогда выйди, потому что я не остановлюсь. Вы совершаете огромную ошибку. Вы же знаете, кто я такой? Знаем. Ты отдай нам девку. Обойдешься. Отдай. И тогда никто не пострадает. Нет. Я же сказал. Быстро разворачивайтесь. И уезжайте отсюда. Я об этом забуду, а иначе... Иначе я тебя убью. Слово даю. Перед вами 11 офицеров МВД. От лейтенанта до подполковника. Поэтому советую даже не думать о том, чтобы в кого-то выстрелить. Оружие сдали? Сдали оружие? Сдайте. Ну что? Мама. Я же предупреждал. Я шанс давал. Я же, прежде чем сделать, все сказал. Я заплачу, сколько вы скажете. Сколько вы хотите? 100 миллиардов долларов. Вы шутите? Шутка? Нет. Таких денег нет ни у одного человека на свете. Ни у одного. Хреново. Когда заплатить не можешь, правда? Правда. Забирай своих клоунов. И вали отсюда. Моя земля – закрытая территория для вас. Увижу хоть одного, валю без предупреждения. Это дерьмо
Ваши проблемы. А такой стишок, знаешь? Сижу за решеткой в темнице сырой, трубившейся елки упырь молодой. Это вы к чему? Это я к тому, что браконьерство преследуется по закону. О, небо разверзлось, и боги посетили мое скромное жилище. Здравствуй, Стас. Здравствуй, Ира. Кто вчера отоварил хулиганов? А мужика по мошенничеству кто на прошлой неделе в допросной пытал? Без понятия. Ах, вот так, да? Но во временный изолятор к форточнику кто двух урок посадил и прессом устроил? Не знаю. Не знаешь, да? Зато я знаю, у кого дела в сейфе сгорели, а подозреваемый сбежал. За это увольнение положен. Вот это я знаю. Сказать? Такого не было. Правильно, не было. И всего остального тоже не было. Ни мужика, ни пресса, ни хулиганов. Стены ОВД полны мифов, которых не было. По-другому это не работает. Иначе и хулиганы, и мошенник, и форточник все бы ушли бы без проблем. Но можно было это как-то минимизировать, напоказ не выставлять. Ведь ты же знаешь, что если что, проблема у меня. Твои гоблины всех прессуют, а расхлебывать должна я. Так, Ирочка, ты есть работа начальника. Ты же этого так хотела. Послушай, Стасик, работа начальника – это еще и кадры чистить. Ограничьте себя или делайте это вне стен отдела. Мне нужен хороший послужной список и чистый район. В нашей системе одно из двух. Либо у тебя безупречная репутация, и район купается в дерьме. Либо его можно будет как-то вычистить, но тогда тебя же за это и вышибут. Мы же с тобой знаем. Те, кто работают, нас не приветствуются. Интересная теория. Постарайся сделать мне гибрид. Гибриды – штука опасная. Мичурин, знаешь, как погиб? На сосну полез, за укропом, а его арбузом накрыло. Надо же, Ирина Сергеевна. Какая вы плохая девочка. Короче, из-за дела выходить никому нельзя. Понял? Это приказ. У меня дела. По представлению, которое вы устроили, меня не касается. Слушай, Карпов, мне твои уже выходки вот здесь вот. Я начальница. Я вообще начальница или кто? Проспись, начальница. Да ел ты мне. Подъем, просыпаемся. Выйдите из машины. Чего? Ого, представился по форме. Капитан Димитренко, третий отдел ДПС. Выйдите, пожалуйста, из машины, товарищ подполковник. Стой, 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 стой. Вы пили, прежде чем сесть за руль? Да. Вы проехали на красный свет и стали виновником ДТП. Круто. Пройдемте в нашу машину для составления протокола. Нет. Я сейчас сяду и уеду. А вы напишите, что нарушитель скрылся. Этим что-нибудь объясните. Нет, пройдемте. Олег, может, как-нибудь? Напарника, послушай. У меня сегодня был очень плохой день. Он будет еще хуже, если вы не сделаете, что я скажу. Уверен? Да. Товарищ подполковник, на светофоре все равно установлена камера. Да мне посрать! Я вас обоих могу положить под этой камерой! Так, все, пошли. Такие дела.
Слушай, мне тут Дима рассказал, что ты просил Зимину позвать. И свои люди из вашего заведения сказали, что она уже была. И я просто сначала подумал, что ты за матушку хочешь попросить что-то. Так и есть. Это ты так Диме сказал. Но она уже была дважды. И сдается мне, ты хочешь сказать ей то, чего нам не говоришь. Стас, где наши деньги? Просто скажи, так будет лучше для всех. Что-то Юра какой-то дерзкий стал. Смелый очень. Это не ваши деньги. Ваших из них по 15% каждому. И получите вы их, когда я сочту это нужным. Стас, ты сейчас не в том положении, чтобы пальцы гнуть. Думай до завтра. Завтра позвоню в это же время. И не дай бог, ты отдашь нашей бабке Зиминой в обмен на что бы то ни было. Ты, может быть, и в клетке, но твоя матушка здесь живет. Что? И племянник. Что ты сказал, а Юра? Знакомые методы? Думай до завтра, Стас. Ты чего, сука? Ты мне угрожать, что ли, вздумал? Сука! Я тебя заморю! Ты чёрнёшь, Джаки! Ты остановный пидор! Помогай, шампарал! Я тебе сейчас эту трубу сожрать заставлю! Охрана! Стоять! Охрана! Ты же не убьёшь его! Нет! Ты живой? Живой, 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 тащи сюда! Давайте, 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 пока не принесли! Раздевайтесь. Не волнуйтесь, мужчина, сейчас посмотрим. Ну что, готовы? Не знаю, наверное. Улыбайтесь. Что? А вы, слушайте, улыбочка. У меня вообще-то нога сломана. Ногу будем фотографировать? Будем, но сначала голову. Улыбочка. Клево, супер. Эльвира Шпиталь, давайте я вас теперь держи. Слушай, девочки, у меня еще нога, по-моему, сломана. Очень приятно, Эльвира. Еще в милицию надо идти заявление писать. Подожди. Людочка, давай. А вы можете посмотреть на Людочку, ну, знаете, так по-карповски. Ну, так, чтобы до почек провело. Давай. Да! Супер, да? Что там еще было? Все наши деньги на путевке. Ты! Вов! Ну откуда я знал, что на меня кто-нибудь напасть посмеет? Ну ты посмотрел на него по-карповски? Слушайте, вот вы все такие умные здесь.